Всем доброе утро. Я пытаюсь дозвониться в больницу второй день подряд, чтобы записаться на УЗИ. Вот. Уже 10 минут вишу на линии. Предлагаю вам висеть вместе. Видите, какой у меня музон. У меня дискотека с утра пораньше. Здравствуйте, мне нужно записаться на УЗИ щитовидки по направлению. Троицкая. Внезапно я осознала, что день проходит, а я чего-то не снимаю. В общем, у нас было очень такое вялое утро, потому что мы вчера долго ржали, поздно легли, я сегодня весь день вареная, вообще никакущая. Пока мы еще ничего не снимали, я сейчас оставила Артёшу с Мариной и сама приехала в свой любимый врач плюс к коммунальному терапевту на следующий прием. На второй, скорее всего, будет еще третий. Вот. После первого у меня реально перестала болеть шея, но немножко стала болеть спина. Будем сегодня это исправлять, но мне стало намного лучше. Я просто восхищена этим всем, потому что я не понимаю, что делает мануальщик, когда я у него на приеме. Я не понимаю этих движений, я ощущение, как будто он вообще ничего не делает. Но факт остается фактом. Становится намного лучше. Это круто. Так что будем лечиться. А, и записалась я на УЗИ. Прямо на завтра, да, на миру. Я счастливый человек, иду и несу в рюкзаке новую камеру, только аккумулятор мне не тот порекомендовали, я сделала возврат и сейчас иду в ДНС посмотреть, нет ли там запасного аккумулятора, потому что мне нужен, одного аккумулятора мне мало, камера садится посреди дня, я же не могу ее подзаряжать где-то, снимаю много, вот так что иду за аккумулятором. Довольная. Блин, очень крутая камера. Поскорее бы пришел чехол на нее. Реально мне ее трогать страшно. Знаю свою криворукость и как у меня все летает. Вот. А так вообще это... Очень шумный трамвай. Сходила к мануальщику. Он сегодня что-то мне на голове нажимал, где эти швы. Вот знаете, когда младенцы рождаются, у них голова такая, как яйцо, потому что эти швы еще не затвердели, и кости черепа двигаются. И вот он мне там двигал эти кости черепа. У меня, я лежу на кушетке, он там нажимает. У меня как начала голова кружиться. Такие вертолеты, я маску сняла, мне душно, в ушах звон. Ну, потом прошло, то есть он там что-то нажал куда надо, было больно, потом уже не было больно. Ну, так что... Поработал еще надо мной. И я сегодня весь день как мажорка езжу на такси, потому что каршеринг стоит точно так же, как такси. Там 150-200 рублей. Ну, тут расстояние маленькие. Вот, а мне неохота за руль садиться. Поэтому беру такси. Не люблю по городу на каршеринге, потому что больше рисков попасть в аварию, чем на своей машине. Очень непривычно, габариты не чувствуешь. Я вернулась домой. Я поела и ушла. Пришла и сяду есть. Ни в чем себе нет, конечно. Объедаю Марину. И у меня тут, смотрите, что это аккумулятор. А вот она, камера. Камера! Артёш, ты не даешь? Я взяла вот такую вот. У меня камера от супа заводила. Sony ZV-1. Я не знаю, как она правильно произносится. И мы ее откроем потом двумя руками. Училась. Училась собирать конусы, да? Да. Лет 5, не меньше. Да. Да. Нас подслушивают. Что там мама училась? Конусы собирать. А, да, было дело. Только у мамы получается. Потому что мама училась. Лет 5, не меньше, да? Да. Видите, там мой ребенок йогурт. Так, ну что, будем раскрывать эту красавицу. Я устала. Я только что поела. Я тоже только что поела. Я съела две тарелки супа.
два бутерброда с вареньем и полтора этих пирожных, которые у тебя... А что, не у Марины? Что? Тихо-тихо-тихо, нет, это мамина игрушка. Так, камера у нас Sony ZV-1. Почему взяла Sony? Потому что к Кэнону мы больше не вернемся. Кэнон не любит признавать свои ошибки. Так, ручки-ручки убираем. И в коробке. Вот так у нас все упаковано. Все такой маленький. Кстати, Марина, там реально нет зарядного устройства. Да ладно. Да. И куда ты поворачиваешь? Там извините, именно... я тут... USB. Так. О, драгоценности. Я буду в пакетике ее носить. Артемий, я не дам тебе ее в руки. Вот так она выглядит. Вот так у нее откидывается экранчик в бок. Вот. Ну, собственно, сзади она вот такая вот. Все очень похоже. Чуть-чуть дизайн другой. Все похоже на мою. Она снимает 4К. За такие деньги она зарядить. Пироженку хочешь попробовать? Мам, можно попробовать? Кусочек-то я ему попробую. Хочешь нам так, вот здесь вот откусить? Аккумулятор я уже вынула, из нее сейчас вставлю. Ну так ты откуси, сколько ты хочешь. Пушистик тут такой в комплекте. Сейчас мы и узнаем, как он крепится. Ой, он вставляется, что ли? Подожди, а как это прикрепляется? На. Это загадка для меня. Куда я это должна вставить? Артемий. Ну, надо почитать инструкцию, но, скорее всего, это как-то вот так вставляется. Но оно должно закрывать микрофон для того, чтобы ветер не мешал. Так, и чем мы, собственно, должны ее заряжать? И это не очень удобно. Надо посмотреть еще зарядные устройства. Артемий, как ты ешь? Это капец просто. Это просто, ребят, ну вот-вот, Артёш. Ну, это я плохую дала установку. Нормально. Тебе 4 года уже. Пора уже в рот ронять. Сейчас посмотрим на Марину. 134 года, все попадает прямо в рот. Я 34 года училась. Тренировалась. Хочешь еще? Да. Дай ты не так. По крошкам не ходи. Ты если будешь откусывать, мы не будем крошить. Давай ты откусишь. Да. Хорошо, у тебя распаковка, прости. Да, что с вами. Так тут крем. Это я отламывала от тебя. Ты без крема хочешь? Кусим как мужик. Ну, а ты что-то все это... Еще, еще, пожалуйста. Как я пересмотрела ТикТока малость. Да я не хочу сидеть на этой штуке, она щекотит. Как нет, вы понимаете, я настраиваю штатив, чтобы мы снимали еще одно видео на зазеркалье. Мы хотели поснимать на новую камеру, но она не успела зарядиться. И вообще, мне прям страшно ее трогать, вдруг тряпка. Как всегда. Покупаешь, а потом через 3 дня такая. Как с телефонами, да? Что с тобой? Предлагаю вам угадать, что мы такое собираемся снимать. Это кажется, что она щекотит. Нет, это не видео про жизнь в психушке. Но похоже. Это просто жизнь в психушке. Ребята, вот если вы это увидите, вы подумаете, что блогеры-бездельники. Так что думайте так, думайте. Пускай будут хоть какие-то приятные иллюзии в этом мире. Вместе давай. Нет, 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 отойди, отойди. Подожди, сейчас с тобой тоже. Подожди сначала, бес, не подходи. Поднимать наверх, когда будет надо делать рожицы, понял?
Как и так получилось. Когда попадаешь в гости к Марине, праздник длится весь день. Вот это уставший ребенок, который сделал математику и сейчас поест и пойдет делать русский. А ты уставший ребенок? Это не уставший ребенок, который сделал ужин, потом пойдет и будет не делать ужин. Это еще один не уставший ребенок, который ничего не делал и пойдет ничего не делать после ужина. Отвернулся такой еще. Тёшу уложила, пойду влог монтировать. Увидимся завтра. Завтра будет влог на новую камеру, так что не пропустите. Всем пока.